Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои любимые подписчики! Сегодня я для вас полистаю каталог 17-й, который начнет работать 25.11. И очень красивый каталог, предновогодний, с новинками. Давайте будем листать и смотреть. Прекрасное предложение, новинка. Бронзер, румяна, пудра, скульптор, хайлайтер. Посмотрите, какая красота. Красивое оформление, красивая коробочка. И стоит 43 рубля 49 копеек в белорусских рублях. Новая помада в новом оформлении, увлажняющая. 8,69. И вот так она выглядит в сводчиках. Новый блеск. Нет, это тоже не блеск, это жидкая матовая губная помада. А блеск вот такой вот красивый, сияющий. 8,69 тоже. Много расцветок. Новая палетка теней для век. 28,99. Красивые тона, три самых трендовых. Текстур в одной палетке, сатиновая, матовая и перламутровая. И пудра новая. Красивое тоже оформление. Faberlic написано, 20 рублей 29 копеек. Ну и, конечно, закажи и оплати заказ на сумму 28,99 по этому каталогу. И в следующем получишь скидку 50%. И красивая блестящая одежда. Все блестящее, все шикарное. Но одежда на один раз. На Новый год одел, потом куда? Никуда. Все такое только праздничное. Но красивое. Украшения со знаками зодиака. И календари, девочки. Календари, посмотрите, в этом году какие красивые. Будет ли возможность только их заказать? Календарик-плакат, календарик-домик. Очень люблю, чтобы у меня стоял такой календарик. И на стене висел тоже такие красивые лица. Новинки, тапочки, носочки. Мышки. Какая кружка. Какая яркая, красивая кружка. 10 рублей 9 копеек. И баночка, посмотрите, для конфет или для маршмеллок. Прелесть какая. Новая подставка. Нет, это тарелка. А подставка, вот она. Вот она подставка. Интересно, из чего она? Материал ПВХ. Тарелочка из звездочка красивая какая. Но цена, конечно, у нее тоже красивая. И опять печенье с предсказаниями. Какая прелесть. Очень интересно и очень хочу это печенье. Мышка, мышка у меня такая уже есть. Гели для душа, новенькие, красивые, оформлено красиво. Новая вода мужская, Викинг, Валькирия, по-моему, там было написано. Любой аромат мини 5,79. Так, что это тут? А, Дона Феличи.
Ланцелот тоже вот со скидками по желтеньким ценам. Первая леди с хорошей скидочкой помада. Тушь в золотистом оформлении за 5,79 при покупке на 14,49. Цветные туши. Набор помада и тушь за 9,58. А помада, по-моему, это перламутр. Миллион переливов. Новая масочка для лица, кислородная экспресс-маска, идеальный тон и увлажнение. Наборами крем-блом. 21,76 дневной, вечерний и вокруг глаз. Много хороших предложений. Если я быстро листаю, вы поставьте на паузу, чтобы рассмотреть можно было. Корейская косметика, а новинка, что это гель-трансформер для лица. Повышает эластичность, защитную функцию кожи. Масочки по 2,29. Так, начинается уже плохо листаться, потому что к концу всегда плохо листается. И в новом оформлении, но в прошлом каталоге там тоже кое-что было. Пудинг для волос, фруктовый гель, смузи для душа. Какие вкусные. Вкусные и думаю, что ароматные. Надо будет попробовать. Новинки. Зубные пасты 3,49. Сыворотка питательная, любая 7,79. Этот раз подешевле. Зато краска моя любимая 5,19. Дороговато, значит, не будем брать в этом каталоге. Новый шампунь, защита от пересушивания, воздействие низких температур. В морозную зиму вот такой вот новый шампунь. Двойное питание с аминокислотами. Но зато здесь красочка Ботаника 3,49.
Омега 16-19. Но бывает и дешевле. Опять появился крем меловтилин. Маловтилин 11,59. Подушка с искусственным лебяжьим пухом 20,29. Красивые тарелочки. Формочки для салата 4,29. Любое мыло для кухни 4,49. Если берете два, тогда такая цена. $3,99 любые два средства, каждая для ванной и для туалета тоже. Порошок 8,69, тоже хорошая цена. Приходится вот так вот мне листать. Не хотят листочки держаться. Тут все тоже. И все, одежда пошла. Гольфики. Гольфы, гольфы. Колготки. Платьица. Эластичные колготки. Тепло и уютно. И несколько листочков белья. Очень интересная ночная сорочка. На платьишко похоже, правда, красиво. Тапочки. Тапочки красивые. Розовенькие даже есть. И для детей. Новинка. Полотенце банное махровое. $28,99. Пижамки, бельишко. Вот и все, и последние листочки. И супер предложение. Зарегистрируйтесь 25 ноября, сделайте и оплатите заказ на 59 рублей по ценам каталога. И получите за 0,2 рубля в следующем заказе на 29 рублей. Это следующий уже будет 29. Вот такую вот красоту за 2 рубля. Задумайтесь, девочки. Может быть, стоит такое сделать? Подписаться, зарегистрироваться. Сделать заказ, ведь на 59 рублей можно здесь выбрать то, что нужно нам, хозяйственное что-то. Да и вообще новинок здесь очень много, красивые новинки. Ну вот и все, мои дорогие. Каталог мы с вами посмотрели. Теперь остается только мечтать и ожидать до 25 ноября.